Всем привет! Сейчас я вам покажу, как сделать у себя на Баду премиум подключить. Заходим в Баду, пишем Enter. Это делаем через комп. Максимально кратко покажу, максимально быстро. Перешли на Баду. Заходим сразу на свою страничку. То есть, вот смотрите, либо Graph Production, либо фоточка. У вас будет подписано так, как вы подписаны. Справа шестеренка, нажимаем на нее, проматываем вниз, сразу хочу показать. Смотрите, настройка платежей. Баду премиум не активирован, видите, да, не активирован. Нажимаем удалить аккаунт. Нажимаем удалить аккаунт, безвозвратно удалить аккаунт. Активируем эту. Продолжить. Почему вы уходите? Мне нужно что-то другое, к примеру. Нажимаем «Продолжить». Мне нужно что-то другое. Мне никто не нравится. Я не хочу платить, давайте нажмем. К примеру, хоп. Нажимаем «Продолжить». И здесь нам предлагают, смотрите, Graph Production, вы уверены? Дайте себе еще один шанс, и мы подарим вам Баду премиум на 3 дня. Что мы делаем? Ну, конечно, получить Баду премиум бесплатно на 3 дня, давайте. Жмем на фиолетовую кнопку. Ава! Наслаждайтесь бесплатным Баду премиум. Спасибо, что решили остаться с нами. За это мы дарим вам Баду премиум на 3 дня. Общайтесь с популярными пользователями первыми. Посмотрите, кто добавил вас в избранные. Посмотрите на девушек, которым вы понравились. Нажимаем «Понятно». Давайте проверим. Смотрите, Баду премиум не активирован. Да, пишет. Давайте обновим страничку. В самый низ проматываем. Вуаля! Баду премиум. Вы не подписаны на Баду премиум. Услуга Баду премиум еще активна, но будет отключена 25 октября. А сегодня 22 октября. 3 дня нам дали премиума. Бесплатно. Пользуйтесь, ребятки. Это была инструкция, как подключить Баду премиум через компьютер. Всем пока!